А начнем выпуск с трагедии в Сабинском районе. Там в результате страшной аварии погиб 6-месячный ребенок и его 25-летний отец, водитель «Лады». По данным автоинспекторов, он выехал на встречную полосу для обгона и лоб в лоб врезался в «Киа». Удар был такой силой, что от передней части «Лады» практически ничего не осталось, а «Киа» выбросило на обочину. Отец с сыном погибли на месте происшествия. Два пассажира «Лады» и водитель иномарки были госпитализированы.